сегодня но приехали какой-то китайский. Да, в национальный парк. Приезжаете в парк, платите 200 бат за вход, и потом вам дают такую карту, и вы перемещаетесь на тачке внутри. Туда нельзя, наверное. Куда хотите. Да, туда что-то не хотим мы идти. А пойдем сходим. Наберу большого. Мы сейчас приехали на отметку канал Bow Trip. На лодочках можем прокатиться. Какая вот красота вокруг. Мы сейчас приехали на пляж. Еще немножечко, и мы будем в пещерках. Тут вообще очень чистенько. Море, море, море. Такое же, да? Не светлее нифига. Слушай, ну здесь ничего такого, что прям вот прям что-то нереальное, супер клевое, я бы не сказал. Не, ну, пляж есть. Купаться я бы там не стал. Выглядит он очень позорненько. Сейчас едем в пещеры. Это пещера какая-то с тайной. Вообще фотку хочу сделать в пещере. Короче, вот мы пришли в этот Sai Cave. Нам выдали вот такой вот фонарик. Если у вас есть, берите свои. Я так понимаю, что это вход. Вход удивительный, да? Мне не очень нравится, что здесь все шевелится в кустах. Вот такой видок за нами. Фу, поднимаемся. Уже очень давно. Короче, мы поднялись выше середины. Ребята, вот туристы сказали. Все, мы дальше, к сожалению, идти не можем. Поэтому, если вы смотрите эту запись, знаете, что мы шли из последних сил. Да, и мы уже выше горы, выше моря, выше деревьев. А идти нам, походу, еще далеко. Почти вертикально, да, 280 метров. И то вряд ли они считали рулеткой. Чисто на глаз. Я не могу, я весь мокрый уже. Все, мы добрались до горы. Вот. Куда мы приехали? Сейчас. Спустимся. Туда. Да вот он, спускаться-то, господи. Все, слази. Пошли. Не знаю, видно что-нибудь или нет. А, ну вот, мы пришли. Это вообще круто. Прям. Максимально круто. Короче, мы приехали на еще одну кейв. Как она называется? Хуй кейв или какая? Забыл, короче. Да нет бумажки, короче. Еще одну пещеру. Здесь точно такой же вид наверх. Мы поняли, что мы... Только здесь покруче. Не хотим туда. Мы поехали дальше. Этот кейв точно для... Почему нет пещеры? Я просто... Кого он кейв? Прямо колонки. Короче, на Каяо Кейв не ездите. Там просто пещерка и поднимаешься далеко и долго. А главное практически вертикально. Главное вертикально, да. Короче, не надо. Едем сейчас на следующую. Давай. На конки. Куда сейчас хоть дверь держим? 3 километра примерно отсюда, нам сказали. И вот там-то как раз мы покажем всю красоту, которую, надеюсь, найдем. Все, мы добрались до красоты. Какая собака классная. Да, страшненькая. Ну, прикольно. Оброс здесь. Километр вверх. Именно вот здесь цели. У тебя лестница есть. Да, вообще здорово. А вот, вот этот пляж, который не понравился всем, это, короче, по пляжу направо там было. Ну пошлите, еще раз пришли уже. Ну вниз больше мне нравится спускаться. Это оно, мы добрались. Да, не зря еще дальше. Прям. Вообще, да?
На этом наше путешествие окончилось. Мы побывали во всех пещерах, кроме одной. И классное место, вообще шикарное. Но сюда надо ехать, наверное, не на день, а на несколько дней. Прям вот супер, очень устали, я уже даже говорить не могу. Все. Ставьте лайк и смотрите следующее видео.